Также в рамках Петербургского международного экономического форума глава КОМИ дал интервью радио «Комсомольская правда». Он рассказал об инвестиционном потенциале КОМИ, развитии социальной инфраструктуры, оказании поддержки участникам СВО и их семьям. Особое внимание уделил реализации молодежной политики. Сегодня главная задача перед правительством – обеспечить лучшие условия для жизни, работы, развития и самореализации подрастающего поколения. Именно поэтому 2023 год объявлен в КОМИ годом молодежи. В Сыктывкаре уже работает ресурсный молодежный центр. В начале 2024 года планируется открыть новые, соответствующие современным стандартам и запросам молодежи площадки. Ведется работа по обновлению молодежных центров и в других городах республики.